Тихо. А! Ё-моё, зачем так пугать? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем Poppy Playtime. Первая серия. Поехали! Если вы поддержите лайкосиками, наберется 1000 лайков, я запишу сразу вторую серию. Хотя знаю, что игра не очень длинная, но очень интересная и хардовая. Завалили мне комментарии, чтобы я ее поиграл и позаписывал. Смотрим заставочку. Я так понимаю, что здесь все про куклы. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's круто сделана заставка в стиле, так знаете, 70-х, 60-х годов. Очень круто. Цена ее была 2,99. Да, это как раз то время, когда было очень давно-давно это. Когда цены ничего не стоили. Да за 2,99 даже в стиме игру никакую не купишь, нормально. Разве что по скидкам и перед Новым годом. Ну что, давайте эту нам классную игрушку, хочу уже пощупать, что она из себя представляет. И хочу попугаться, потому что не зря мои подписчики написали мне эту игрушку. Надеюсь, будет страшно. Улыбаюсь, сижу. Наверное, в конце серии я улыбаться уже не буду. Так, где мы появились? Мы появились в каком-то игрушечном магазине. И здесь все должно быть очень прикольно. Так, escape, пауза, все у нас здесь настроено. Со звуком, надеюсь, классно сделал. Так, что у нас тут? Давайте осмотримся, что нам тут надо сделать. Так, что у нас тут? Так-то. Ага, цвета надо, да, нам? Какие-то. Узнать. Здесь только 3 цвета. А надо сколько? А надо 4 цвета. Так, надо какой-то 4-й цвет узнать или порядок. Здесь пройдем. Так, пройти я не могу. О, давайте попробуем. Здесь можно с прыжком и контролом? О, здесь контрол и прыжок работают. Как CSGO. Так. Здесь ничего. Чпонька. А, можно и без контрола. Все четко перепрыгивает. Чпоньк. Так, подожди, а что она тут чухает? Подождите, подожди. А где этот звук идет? О, поезд. О, так вот же и цвета. Зеленый, розовый, желтый, красный. Зеленый, розовый, желтый, красный. Зеленый, розовый, желтый, красный. Надеюсь, это будет правильно. Зеленый, розовый, желтый, красный. Ой, не то вел. Зелено. Розовый, желтый, красный. Зеленый. Розовый, желтый, красный. Отлично. Я еще немножко дальтоник. Такой, сейчас это понял, что я не тот цвет нажимал. Нормально? Нормально. О, что это у нас тут? Подождите, подождите. Кассету взял. Отлично. Посмотрим. Я такую же кассету видел на столе, вот там на входе. Да-да-да-да-да. Ой, так прикольно здесь музычка сделана прям. Не знаю, громковато или нет, но пусть так и будет. Уже настроили. Надеюсь, она не перебивает меня. Так-так-так-так-так. Так, сейчас будет заставка, будет там что-то там рассказано. Давайте сходим здесь кассету поставим. Да-да-да-да, я видел. Обратил внимание на нее сразу. Почти кассеты получаются по цвету магнитофона. Ну, а прикольно сделано. Так, у меня получается и там везде заставки идут. Какая вот эту штучку взять? Вот холодильник. Холодильник. Отключить телевизор.
Так, посмотрим, что здесь. Тут прям, смотрите, охранная система, потому что куча телевизоров наблюдали за посетителями. Я так понимаю. Че у нас тут? Ничего не жмется на левую-правую кнопку. Но я вижу, что здесь вот что-то вот лежит. Надеюсь, мы это сейчас возьмем или нет. Так, заставка кончилась, и что? Ой, отлично! Так. О! Во! То, что нам надо. И что мы теперь можем? Отлично, мне это нравится. Чпоньк, чпоньк. Так, надеюсь, я сильно, ребята, тупить не буду, и вы меня не засрете в комментариях, потому что мне непривычно проходить какие-то такие сценарные игры с сюжеткой. Но я буду это делать, потому что мой канал развивается вместе со мной. Нельзя стоять на месте. А, догадался, догадался. Отлично, могу в это время ходить, да вообще круто. Все, конечно, ребята, зависит от вашей поддержки. Блин, не знаю, громко или нет, давайте чуть-чуть сделаю немножечко игру тише. Вот прям вообще немножечко. Хотя она и так тихо стоит. А ладно, пусть будет. Пусть подписчики мои слышат, как на самом деле здесь все сделано. Все равно меня она не перебивает, и если на записи все, все по красоте у нас. Блин, прикольно. Атмосфера в этой игре прям вообще мне очень нравится. Так, закрыто, да? Закрыто. Но далеко могу рукой бить? Нифига себе. О-о-о. Мне это нравится. Получается, еще надо цвет рук, что ли, менять нам надо будет? Или что? Надо две руки. И левая, и правая, да? Подождите, подождите. А где нам взять эту руку? Давайте сюда сходим. Хотел яркость добавить, но не буду я этого делать. Потому что разработчик так задумал. Играть с такой яркостью. А, вот у него рука. А я думал, может, эта рука, не? Так. Может, 5 ему дать, не? 5 не дается. Так, 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 так. Внимательно. Внимательно. Ничего не пропускаем. Что у нас тут написано? Говорил у меня учительница. Учи английский, Димка, ну учи. Нет, не буду я его учить. Я так бы выучил, все бы знал бы сейчас. Так, что? И что? Ничего, а это? Оно прям четко в руку бьет. Я могу? О, я их могу тягать? Вау, так это прикольно. Мне получается, наверное, может надо куда-то залезть? Во! Ну что ж ты, Димка, невнимательный. Ну хотя я зато я обсмотрел, что, куда и с чем. И... О, так это у него ключ в руках. Отдай ключ. Отдай мне ключ. Отлично, я ключик взял. Ну-ка, смотрим. Ключик есть, ключик есть. Так, куда нам теперь его использовать? Давайте еще разок сюда. О! Safe only. О, прикольно здесь, мне нравится. Так, мне показалось, что я что-то услышал. Так, подождите, а у меня фонарика в руке, ничего такого нету? ЕТ. Давайте попоклаться, может у меня есть фонарик каким-то образом включить? Так, 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 так. Фонарика у меня нету, да? Ни контр, ни shift. Может сюда вниз? Нет. Это не берется. Блин, везде эта кукла стрёмно нарисована. О, может здесь что-то нажать? Уже розетку вставить? Давайте сюда сходим. Да, темновато здесь очень. Смотрим, смотрим, смотрим. Где-то здесь какая-то простая загадка. Так, это двоечка у нас тут. Давайте в угол в темный сходим. Ничего не видно. Очень темная карта. Так, Е везде жму. А вдруг сработает. Во! Ой, класс. Ой, я заряжаюсь? Круто, круто, круто. И что-то сейчас произойдет. Так, получается, мне эта энергия нужна, да? И чего? Так, так, так. Touch with the firepower. Так, есть. Сюда?
Нет, не сюда, сюда. Нет. Так, один. Это так можно было? О! Подожди, 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 что это был? Во, понял! Свет загорается. Так. Загорелось. И что? Может, его обкрутить надо? Нет. Ну как-то связано с этим, но. Так. Дотронулись. И до этого. И что? Ждать надо? Может, надо обойти и все, получается, коснуться эти штуки. А тут еще есть какая-то? Во, есть. Отлично. Все легко и просто. Главное, что не спешить. Мне вообще, ребята, непривычно проходить игры с сюжеткой. В какой-то степени мне даже сложно, я начинаю переживать. Когда играешь один, ну, оно легко. А я начинаю переживать, что вдруг я что-то не так буду делать. Ну, я знаю, что мои подписчики очень классные, пацаны, ребята. Так, тут что, свет у нас сдался? О! Куклы нет! Куклы нет! Ребята, что-то произойдет сейчас. Поньк, нифига. И что? Что делать? Хорошо, что я ключик забрал у куклы. Подождите, подождите. Может, теперь нам сюда? Отлично. Прикольная игра, очень так все классно сделано, и ты понимаешь конкретно, что тебе нужно делать. Так, давайте без шифта ходить. Видели? Слева. Внимательно слушаем. Кукла ушла. Открыто. Открылась там дверь. Там завалено. Ах ты, ё-моё, дураки, что ли? Я испугался. И честно, у меня мурашки немножко по телу выскочили. Классно сделано. Чё за шум? Как будто газ травит. Так, чпоньк. Слышать этот... колокольчиная музыка, конченая музыка в итоге. Если честно, страшно, когда боюсь, всегда начинаю смеяться как идиот. Так что не обращайте внимания, если буду смеяться как идиот, то мне страшно. И вообще привыкайте, что я буду проходить очень классные игрушки на свой канал. И то, что вы пишете, я стараюсь снять. Вот написали, сними эту игру, я ее снимаю. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, какие игры мне играть, проходить. Я буду это делать с удовольствием. Блин, классно сделано. Мне нравится. Так, что у нас тут? Везде эта кукла стрёмная, а? Так, цвета. Цвета, цвета, цвета. О, я взял что-то. Что-то взял. Сейчас нам надо спрыгивать туда, да? Так, я не могу нажимать кнопки. Ничего не могу нажимать. А, я могу притягивать что-то. Хорошо, спрыгиваем. По-любому надо это делать. Какая атмосфера жуткая. Знаете, одному остаться в таком помещении... А никому не рекомендую, это страшно. Так, везде синяя и красная. Может, я все-таки где-то найду красную перчатку. И сюда? Нет, туда нельзя спуститься. О, здесь что-то у нас. Тонычки. Не сюда могу пройти? Не, сюда пройти не могу. Полочки завалены, как будто здесь что-то произошло такое. Ну, заброшено все. Сразу видно, что заброшено. Отлично, открываю. Хватит, чтобы пройти. О, берем. Это брать нельзя. Что я вообще там взял? Помните, я там какую-то штучку взял? Даже непонятно, что это, но очень интересно. Прям очень. А вон еще одна. Так, а давайте обойдем и все-таки ее возьмем. Мне кажется, она мне нужна. То я пропустил, а здесь ничего пропускать нельзя. А как же мне ее взять? А где она тут была? Так, подождите, 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 обойдем. Я ж ее видел. Так, не могу. А.
умный человек. Так. Отлично. Взяли что-то. Входим сюда. Так, поднимаемся. Так, здесь у нас все-таки... О! А, надо найти, короче, все штучковины и запустить, да? Еще надо, получается, желтую и красную, да? Так, ищем. Желтую и красную. Она не нажимается, ничего. Понял, не дурак. Будем искать. Так, заглядываем в контейнеры. Везде все заглядываем. Что-то скримеров нету. Вначале всегда так разработчик делает, чтобы ты немножко расслабился. А в какой-то момент ты обосрёшься. Как один человек написал комментарий к этой игре: если вы не хотите обостренные штаны, выключите звук, картинку. Это точно. Так, что у нас тут? Ну где-то же по-любому эти лежат, эти штуковины еще. Надо внимательно. Они же подсвечиваются в темноте, тем более. Так, а ну мы по кругу прошли, ничего не изменилось. Так, там ничего, здесь ничего. В контейнере ничего. Может, наверху где-то что-то, не? О, можно залезть по контейнеру, можно? О, точно, смотрите, мы залезли наверх. Ой, мне кажется, можно было бы спрыгнуть. Во-во-во-во-во. Так, так. Чпоньк. Отлично, ребята, я залез. Ну, не знаю, зачем мне наверх. Наверное, вижу. Вижу, нашел. Так, и еще одна. Еще одна штучка у нас где-то есть. Она так заныкана, что ее тяжело видно. Где-то ж она тут есть. Так, там нету. Сейчас найдем. Разработчик, очевидно, их сделал. Там нету? Нет. Нет. Да где же ты, а? Чертовка запряталась где-то. Поднимаемся наверх, ставим ее на всякий случай. И уже будем ориентироваться, где мы еще не были. Может, где-то здесь вот. Ну, вряд ли, что надо прям возвращаться. По-любому где-то здесь. Так, нам осталась желтая. Давайте попробуем вот так идти поверху, не спрыгивая. А, я не могу? Ах ты, зараза, не пускаешь, да, меня? Так, ищем, да, желтый цвет. Уже где-то наверху здесь. Так. Блин, это я ящик скинул, обосрался. Честно, страшно. Эй, ящики, не глючьтесь. Так, желтая штуковина. Нет. Может, здесь где-то за ящиками? Разработчик же по-любому последнюю запрятал очень сильно. Сейчас, сейчас, сейчас мы все найдем. Есть. Во, нашел, ребята. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Все получилось. Надеюсь, будет сейчас эта кукла здоровая, мы ее увидим. Очень хочется ее увидеть, как она будет пугать или ходить там по карте. Это же круто. Ну-ка. Чпонь. Отлично. Смотрим, что делается. Ой, сейчас у меня будет красная перчатка. Две руки будет у меня, получается. Я смогу заходить в разные двери уже. Это круто. Развитие сюжеточки у нас. Чпоньк. Иди ко мне, родная. О! Все, теперь мы можем двумя руками одновременно все делать. Чинг. Чинг. Уже интереснее сюжеточка у нас. Так, получается, у нас сзади еще там была дверь, где-то тоже можно открывать перчатками. Ну, я уверен, что мы туда вернемся. Ого, съехали. Ты не войдешь, да? О, сюда. Так, подождите, ничего. А, сюда еще. Я не могу.
Это так не работает. А, давайте ближе подойдем. Нет. Crab to complete circus. Не так, да, что-то? А, сюда. Понял. Ага, когда эти валики стоят, я не могу подниматься, меня не пускает. Так, а сюда? Вот сюда можно наверх подняться, это отлично. О! Отлично. А так. Так, 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 так. Ух ты! Прикольно. Двумя перчатками уже, знаете, тут прям надо логику подключать. Ну что, давайте скример, я готов уже. Я даже настроился, что-то сейчас произойдет, потому что разработчик по времени уже должен что-то мне дать. Вот, например, вот это вот. Офигеть. Эй, да вы зачем пугаете меня так? Прям стены возле меня ломаются, и звук здесь просто на высоте. Тихо, тихо, тихо. Ух ты. Опа, где это мы? Поньк. Так, здесь уже совсем другая атмосфера и музычка другая. Давайте посмотрим, что у нас тут. Needs power. Короче, нужна энергия. Хорошо, сделаем. Не проблема. Так, что у нас тут? Получается, здесь все у нас на логику. А, я могу нажимать. Понял. Что-то выпадает? Ничего не выпадает. Так, 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 хорошо, найди сюда. Так, я туда пройти не могу. Сюда я пришел. Давайте тогда будем подниматься наверх. Я думаю, что решение находится сверху. Бежим со всей силы. О, еще магнитофон. Тут, короче, очень много пасхалок. Не пасхалок. Они сюжетку передают через кассеты. Прыжок. Эйх. А, у меня энергия. У меня же этот, в голове потемнело. Ну, я так понял, энергии, ой, жизни здесь нету. Поэтому чего мне бояться? А за кого я играю? Я же так понимаю, я не человек? О. Отлично. И я могу отсюда, наверное, стрельнуть вот туда вот. Цепляемся. Цепляемся, говорю. Давайте тогда сначала вот это вот сделаем. Потом вот так вот. И... вот так вот. Отлично. Пройдено. Так, электричество идет вниз. Я вижу, вижу, вижу. Вот идет. О, запиталось. Я так понимаю, что можно спрыгивать, все равно жизни нету у нас. Поньк. Поворон. Ух ты, блин, громковато. Ух, заработала машина сложная какая-то. Так, здесь у нас пошли какие-то загадки. Наверное, сейчас будет надо рычаги нажимать, да, вовремя? Так, 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 и что? А и ты туда надо? Отлично. Все. Что-то происходит. Так, запчасть поехала. Может, ее взять можно? Нет, не могу я ее взять. Смотрим, смотрим, смотрим. Может, дверь сюда откроется? Нет, не открывается. А что, она толкает? Да, толкает. Ждем. Наверное, сейчас все-таки откроется эта дверь, я туда поеду. О, что-то случилось. Поломалась? Не, вот едет запчасти. Отличненько. Едет сюда. Так, отсюда еще ничего не вышло. Что у нас тут? Ничего. Так, я вижу, вот теперь едет сюда. Сейчас, получается, будет собрана кукла или что? Она куклы собирает. Ух ты! Смотрите, как загорелось. Прикольно. А, проверяет, что был не человек. Если бы это был бы я, меня бы убило.
А может, мне надо в эту штучку прыгнуть? Так, кукла едет. Давайте проверим, откроется или нет. Может, мне ее взять надо? Ну-ка, попробуем ее взять. О, я ее взял. Так, насколько я понимаю, кукла сюда, да? Отлично, сканирует. Погнали дальше. Так, здесь закрыто. Закрыто. Здесь закрыто. Ух ты! Мамочка моя! Офигеть! Беги! Закрыто! Тихо! А! Ё-моё! Зачем так пугать? Ого! Я теперь понял, почему подписчики говорили, что надо очень быть осторожным. Ай, блин! А куда спрятаться? Это на это и рассчитано. Ого! А у меня же снова сопли с носа вылетели. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжение этой классной игрушки, ставьте лайкосик, подписывайтесь на мой канал. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.